вечер, наши уважаемые слушатели и те, кто вот-вот готовы нажать кнопочку «Подключить 5D-трансляцию» и увидеть нас в YouTube. А поверьте, здесь есть на что посмотреть. Сегодня с вами я, Екатерина Гресь, и моя коллега Дарья. Вместе мы создаем такой, знаете, удивительный блондинистый тандем, да? Будем так нас называть. Именно, то есть включайте все свои эстетические рецепторы. Эстетическое познание у нас никто не отменял. И наслаждайтесь. Мы тут предстанем во всей своей красе. Помните главный девиз этой передачи – интеллектуальный поиск и самолюбование. Поэтому подключайтесь, смотрите нас, слушайте нас. Сегодня точно будет много всего интересного. Наслаждайтесь нами, самое главное. Все должно быть в удовольствии. Я права, Кать? Именно так. Это кредо нашей программы. Вы должны почувствовать, да, какой-то такой вот радостный укольчик где-то внутри, некое такое желание узнать больше, подумать о высоком, немножечко расслабиться, выйти из этой повседневности и погрузиться в разговоре о теле. Вот у нас сегодня главная тема сегодня. Это тело, телесность. Мне кажется, удачная идея в среду поговорить о чем-то таком очень осязаемом, очень горячем и, вот, я бы даже так сказала, обжигающе летнем. Как ты думаешь, Дарья? Я думаю, что говорить про тело можно бесконечно. Это ведь, знаешь, такая тема, которая тревожит абсолютно каждого, вне зависимости от времени года, да? Вот особенно девушки там, подготовиться к Новому году, похудеть, подготовиться к лету, похудеть. Кому-то надо потолстеть, то есть у всех разные запросы, да, но постоянно, которые постоянно, в принципе, тревожат, не бывает по-другому. Конечно, тело — это главный инструмент. Мы его как бы так отделяем, объективируем и пытаемся за счет него погрузиться вот в пучину романтических впечатлений. Почему решили еще поговорить про тело? Потому что среда — это, конечно же, такая вот маленькая пятница, демо-версия пятницы. И хочется напомнить вам, что вот-вот начнутся прекрасные августовские звездопады. И вот как только мы увидим где-то там в небе это прекрасное явление, мы сразу захотим погрузиться в пучину романов. Август — это идеальное время для того, чтобы вот просто сорвать джекпот со всего этого лета и увидеть, да, ваших прошлых возлюбленных, нынешних и, возможно, будущих. А если роман в июне начался? Если роман в июне, это не по канону. Все знают, что вот как бы июнь остается для легких прелюбодеяний, а вот август для того, чтобы уже вить гнездышко, заводить какой-то приятный, теплый, греющий еще долгие-долгие зимние месяцы роман. Все, я буду иметь в виду, я себе галку сейчас поставила. Да-да-да. Вы посмотрите, у себя на календарике должно быть отмечено. Вот как раз вы начинаете романы где-нибудь после 8 марта, потому что мы не хотим быть обремененными вот этими капиталистическими исканиями, мол, кому что, когда подарить. Потом вы возвращаетесь к любовным отношениям уже, наверное, где-то, ну вот в начале лета, там покуролесили, поставили на паузу. И в августе хочется почувствовать все это, вот до конца испить из этой чаши романтических отношений. Я просто пью из чаши романтических отношений постоянно, поэтому слушаю с упоением тебя, Кать, сейчас. Я просто размечаю вот этот вот календарь любовный, чтобы вы знали, когда готовить новые трусишки. И когда готовить новые... И старые выкидывать. Конечно, и новые темы для разговоров. И старых возлюбленных тоже выкидывать, а новых как-то вот так приголубить. Так вот, раз уж мы с вами попали на обновление этих любовных списков, давайте поговорим, да, что заставляет нас выбирать того или иного индивида в качестве спутника на одну ночь, на несколько ночей. Мне кажется, ну, здесь точно нельзя обойти тему телесности. Даже как ты думаешь, ты встречаешь по одежке, оболочке телесной или в душу? Я, наверное, знаешь, из тех людей, кто не про тело, когда начинает с человеком знакомиться, больше про душу и про интеллектуальную совместимость. Вот у меня этот сапиосексуализм идет в первую очередь, а потом уже все остальное. Ну, конечно, давай не буду кривить душой, если он мне совсем внешне вот не нравится, но он интеллектуал до мозга костей, то, извините, нет. Все равно какой-то образ вот этого прекрасного принца, он где-то там у меня есть. Не буду говорить, какой, чтобы сохранить оболочку, секрет. Да-да-да, ну вот эти вот прекрасные идеи человека мускулистого, которые витают где-то там по Платону над нами, и вот они материализуются, и здесь уже нужно, конечно, добавлять разного рода элементы, и чувство юмора, и, возможно, какие-то другие общие интересы. Но, мне кажется, все-таки встречаем
мы как раз по вот этим своим личным, да, таким телесным маркерам, что-то, что мы хотим увидеть в другом человеке и в самом себе. Мне хочется вас подвести так постепенно, плавно к мысли о том, что наше тело — это некий главный объект любой практики, будь то практика властная или практика, связанная, да, с какой-то нашей повседневностью. Ну, то есть в современном мире все говорят и думают о теле. Мы перенесли этот фокус с когито, с нашего разума, на телесное. И вот теперь тут-то мы так и плотненько и работаем. Отсюда целый спектр разного рода практик, ну, не знаю, там, от эпиляции, пластической хирургии или возможности упаковать тело в какую-то очень красивую такую вот оболочку вроде наряда. Придуманную оболочку. Насколько придуманную, здесь, конечно, спорный вопрос. Навязанную, связанную, конечно, с социальным конструированием. Слушай, здесь, наверное, согласна. Мы же вот сейчас видим, да, вот этих вот девушек, так вот их назовем, да, которые, вот, про которых некоторые мужчины говорят, они одинаковые. Это вот как? Это навязанная оболочка или как ее правильно назвать? Я думаю, социально сконструированная. То есть это такая идентичность, угу, куда можно поместить наш такой мода на красоту. Мода, в принципе, на самореализацию через телесное. То есть здесь дело не в красоте. Красота такая достаточно устойчивая идея. А вот чтобы представлять свою идентичность исключительно через тело, mm-hmm, определять свой дух через тело, выстраивать этот дух через тело, это вот как раз идея достаточно новая в современной философии. Но корни, конечно же, у нее глубокие и греческие. Вот оттуда-то постепенно и тянется. Да, вот всковырнем корни? Всковырнем, конечно. Я думаю, мы проведем такой небольшой историко-философский экскурс. Разберемся, откуда берется наше желание с вами смотреть на тело как на объект, постоянно его видоизменять, и как потом разные практики власти пытаются взять вот эти наши чаяния по поводу тела и уже направить в собственное русло. То есть откуда берется биополитика и почему в современном мире все управление, оно строится на управлении телом. Да? От ношения масок, например, в метро в период коронавируса, до идеи брить ноги летом, коли уж Купидон собирается так пристально наводить свои стрелы под августовским звездопадом. Пожалуйста, наши уважаемые слушатели, поделитесь с нами идеями по поводу того, как вы видите собственное тело. То есть это тело конструируется как будто бы извне, или же это ваша личная такая интенция внутренняя, которая говорит, вот я так хочу, а на все остальное мне наплевать. Давайте-ка посмотрим. Давайте посмотрим, пишите свои варианты на +7 903 797 6333. Кать, а ты лично сама все-таки как вот к этому, скажи мне? Ты за конструкцию или ты вот за натуральность? Я буду по-простому. Я думаю, что мы все равно конструкции. Ну, то есть нельзя уже по-простому. Конструкции, да, сложные конструкции. Но совершенствовала бы ты эту конструкцию, например, при помощи того же самого пластического хирурга? Ну вот кажется, что на краешке сознания, наверное, я допускаю эту мысль. Вот я сейчас смотрю, думаю, интересно, там трансляция на YouTube у нас, кстати, идет? У нас есть прямая трансляция. О, есть. Да. И тогда я смотрю вместе с вами, наши уважаемые зрители, все-таки стоит ли мне что-нибудь там немножечко изменить и подретушировать? Ну, я думаю, что да, пожалуй, есть части тела, которые я бы увеличила. Мне кажется, вот такая гипертрофированная феминность, она бы могла взбодрить не только эфир, но и всю мою жизнь. А я на тебя смотрю и вроде так, знаешь, все гармонично. Все гармонично, все, да? Очень гармонично. Все же в ладошку должно помещаться, правильно? Я вот думаю, да, какие ладони. Смотря какие ладони. А не выпадать из нее. Ну, здесь тоже такая огромная почва для дискуссий. Допустимо это или недопустимо, с морально-этических, каких еще угодно сторон. Мне хочется прям вообще понять, откуда взялась идея, что наше тело нужно преобразовывать. Вот почему мы не пользуемся тем, что у нас есть, не живем, да, в некой такой природной данности со всем тем, что там присутствует, растет или, наоборот, не дорастает к концу пубертата. И почему же мы начинаем постепенно-постепенно вводить тело в новый такой дискурсивный поле с политического, почему мы начинаем думать о теле как о штуке, которая нам больше не принадлежит. Вот, наверное, это моя главная сегодня цель. Опять же, задать модус нашей беседы куда-нибудь вот такие высокие дали. Слушай, я всегда думаю о теле как о чем-то, знаешь, таком, как о даре, наверное, который вот мне дан. Я им пользуюсь по назначению, я за ним ухаживаю, занимаюсь спортом, но я не могу для себя допустить вот именно хирургического вмешательства и какой-то конкретной вот прям конструкции, знаешь, там увеличения, уменьшения каких-то частей тела нет, потому что у меня такое, знаешь, понимание, что я не могу допустить того сознания, что я сама специально причиню себе какую-то физическую боль и страдание, я этого
вот не хочу и категорически абсолютно отрицаю. Я, наверное, вот за тех, кто конструкция, да, сложная, да, но с ней можно работать без вмешательства второй конструкции, другого человека. Ну, то есть, да, какие-то технологические уже примочки мы не используем в конструировании, в построении тела, да? Ну, то есть, да, мы работаем такими простыми способами. Я не хочу причинять себе боль, да, вот именно вот такую тяжелую. Там это не касается пирсинга, не касается татуировок, это вот касается именно хирургического вмешательства. Видите, Дарья у нас амбассадор такой естественной красоты, загара, чтобы он был как с грядки, наверное, это, да? Вот. Ну, нет. Или нет, можно нет, солярий использовать? Солярий, я прям хотела бы сразу этот водораздел. Солярий можно использовать, да, да. Опять же, если это не навредит здоровью и телу, в моем понимании, но никому не навязывается это мнение, это такое вот мое личное видение. Мне кажется, мы просто все застреваем немножечко в разных аспектах вот этой современной парадигмы представления о теле. То есть, в принципе, где-то уже в модерне начинает вызревать идея, что тело должно подвергаться постоянным трансформациям. Вы можете использовать разного рода практики, там спортивные, ограничения в питании, если это какая-то религиозная практика, например, и дальше, и дальше, и дальше. А вот уже постмодерн берет градус выше и говорит, раз уж нам дарованы технологии, и технологии это теперь наша палка-копалка, то почему бы не интегрировать это в вопросы построения телесности? То есть я думаю, что здесь, да, у нас пока есть небольшая задержка, да, в такой вот временной люфт, куда мы пытаемся вместить наши ощущения технологий в принципе. Но мне кажется, что боль и ощущения, да, какие-то дискомфортные, это типично, в принципе, для любой практики тела. То есть если посмотреть еще на философию стои, то можно увидеть, что вот этот идеал добродетельной жизни, которому должно быть пристегнуто вот это хорошее, спортивное, ну, то есть физически развитое тело, которое нужно периодически ограничивать, которое нужно выводить из вот этой привычки, зоны комфорта, потому что это позволяет овладеть не только собой, да, там, своим телом, но и овладеть всеми остальными. Ну, то есть, если ты хочешь быть таким качественным хозяином дома или великим императором, ты хозяином жизни, да, ты обязательно должен взять себя в руки, тело тоже как-то так постараться, ну, как, я даже не знаю, модернизировать, что ли, за счет практик, в том числе и болевых практик. А ну-ка, например, каких? Мы говорим про гвозди сейчас, нет? Ну, у стойков гвоздей, наверное, не было, мне кажется, это ближе, да, к каким-то таким восточным веяниям, потому что у нас сейчас такой вот бриколаж из разных религий, из разных мировоззрений. Для стойков это ограничения в питании, ограничения, связанные с сексуальным желанием, потому что все вот эти душевные болезни, они как раз порождены болезнями тела. Ну, то есть вы не можете контролировать свои влечения, значит, вы попадаете вот в такую воронку, откуда выход — это только полное разложение. И вот когда вы берете себя в руки, да, когда вы все свое желание куда-то внутрь стараетесь упаковать, вот тогда вы уже становитесь достойным человеком. Они нам задали вот этот образец, которому мы исследуем. Нам кажется, что если мы с телом ничего не делаем, значит, мы как бы и душу-то тоже не совершенствуем, остаемся как плебс. Написали сейчас девочки, привет, классное шоу, Артур. Артур, ты тоже классный. Артур пишет, что мы классные. Это да, это наш Артур написал из Артура и Пети. А где же какие-нибудь телесные комментарии, чтобы нам сказали, слушайте, а я вот каждое утро делаю зарядку. Представляете, какое здоровье, болевое в порядке, усилие. Спасибо, зарядки. Так. А ты делаешь какие-нибудь физические упражнения по утрам? Я думаю, что нет. Вот для меня эта идея в принципе не близка. Я не пытаюсь это как-то разграничивать, что утро нужно вот начинать. Видишь, для меня близко. Я стою в планке по 9 минут. Мне нравится. Это вы должны сразу представить, какой у Дарьи шикарный пресс. Это да? Правда. Я могу поднять платье, но боюсь, что трансляция прервется. Да, передача превращается уже не в такую томную, как в самом начале. А потому что дальше оно всегда больше, правильно же? Конечно, конечно. Чем дальше копать, тем больше найдешь. Это не мы придумали. Ну вот, а если мы будем копать в опыты тела и смотреть, как это тело модернизировалось, как оно трансформировалось, то можно, опять же, найти какую-нибудь такую точку на вот этом философском хронотопе и сказать, что следующий шаг — это осмысление тела через идею девиации, то есть чего-то ненормального. Ну, то есть может быть наше тело ненормальным? Как вы думаете? Дарья, ты как думаешь сама? Я думаю, слушай, у меня нет такого. Я тебе вот это говорила, мы с тобой, да, там,
перебросились парой фраз, и я тебе сказала, что понятие нормальности, оно у каждого свое. Есть, да, вот эти вот навязанные какие-то стереотипы, что ты там должен быть худым, была модно худобу, потом появились такие болезни, как анорексия, булимия, и стало вновь в моде у нас становиться моделью плюс. И вот знаешь, если постоянно бежать за вот этими веяниями из тонкого в круглое и так далее, ну, так можно всю свою жизнь собственную пропустить. То есть понятие нормальности у каждого свое. В каком теле тебе комфортно, в каком теле тебе хорошо, это и есть нормально. Нормально для меня быть счастливым и чувствовать себя счастливым каждый день. Вот это для меня понятие нормальности. Ну вот мы уже подходим, да, к этой главной, ключевой вообще теме нашего разговора о том, что же такое норма и как вообще возникла идея норма в теле. Потому что, окей, мы сейчас решили, что эта норма размывается, что нет этой общепринятой нормой, что если посмотреть на стандарты красоты, то они менялись от эпохи к эпохе. Но вот хочется понять, с какого момента мы переключились и подумали, что в принципе есть эта норма. Норма в душевном здоровье, норма в здоровье телесном. Но вот где те самые, да, корни практик, связанных с гигиеной нашей, с очень банальной, да, там, почистить зубы, сделать зарядочку. Или там практик, сколько воды пить, практик самоограничения сексуального и всего остального. То есть мне всегда хотелось докопаться и понять, вот в какой момент мы так сильно переключились? Откуда у нас появилась эта самая полярность, что вот здесь есть норма, а есть перверсия? Вот сюда мы как бы и не заходим. И ты докопалась? Докопалась, конечно. Ну, я же философ. Ну раскопай, пожалуйста. Ну мне, я ж психолог, просто раскопай. Сейчас поделюсь и с Дарьей, с нашими слушателями, что же я раскопала. Я решила обратиться к творчеству современных философов, в том числе Мишеля Фуко, и нашла у него как раз работы, которые проясняют вот эту нашу идею нормальности, парадигму нормальности. И говорят, где же стоит вот этот водораздел, с какого момента мы стали мыслить тело чуточку иначе. И вот Мишель Фуко говорит, что где-то только с 17 века начали появляться разного рода институты, разделяющие нормальных и ненормальных. И все началось, Даш, вот здесь как раз по твоему ты посмотри, профилю. Как я вот оживилась сразу, вижу, да? Да, сразу. Заиграли на нужном поле. Задела вот эти тонкие струны моей души, я уже приготовилась. Ага. И вот я перебрасываю мяч Дарье, рассказывая о том, что на самом деле Фуко фиксирует вот эту точку, 17 век, у нас появляются институты ухода за душевнобольными. Ну, да. То есть раньше мы видели, как душевнобольные, они присутствовали во всем этом социальном пространстве. Ну, там какие-нибудь кликуши деревенские, или если мы там увидим городских сумасшедших, они скорее не пугали нас, а наоборот показывали, смотрите, в нас такая антропологическая бездна. Вот только загляни, и ты увидишь, что там действительно самое начало человека и человечества. И мы видим, как этим вдохновлялись художники, поэты, писатели. Ну, то есть это такая точка подключения к вечности. Угу. А потом постепенно с развитием производства, с выделением человека в качестве такой рабочей силы, рабочей лошадки, возникла потребность все-таки браковать, да, тех, кто не подходит, тех, кто не может работать. И вот Мишель Фуко говорит, что в этот момент появляются такие дома, которые помогают не только изолировать душевнобольных, но и привести их к нормальному состоянию. Ну, хотя бы попытаться. К нормальному, то есть, опять вернуться. Же, да? Да. А вот она здесь, эта оппозиция. А вот сейчас мы про что говорим? А когда вот мы видим людей, да, и душевнобольных в том числе, и людей вот именно по моему профилю, да, дефектологическому, там, с какими-то определенными нарушениями, опять же, это называется нарушениями. Но если таких людей станет на несколько процентов больше, чем вот нас, таких, как мы с тобой, там, да, и всех прочих, то они уже будут считаться нормальными. Понимаешь, в чем вот эта вот наука заключается? В том, что кого больше, тот и нормальный. Да, что и за в том, что стадный, психиатрия стадный создает инстинкт. Эти болезни. Привет, стадный инстинкт. Не стадный инстинкт, просто капитализм. Нужно работать. Вот мы с тобой можем себя взять, да, в руки и прийти в студию в 10 вечера. Работать, да. Или прийти в 5 и не уходить до 10. Или не уходить. Или, возможно, как наши слушатели, уже отправляться на работу, если вы сейчас в тех регионах, где только-только ночь сменяется новым днем, и вы едете на работу. Вот знаете, вы как раз попали вот в эту массу нормальных, пригодных. А есть другие, которые все-таки вынесены за скобки нашей цивилизации и теперь представляют собой, ну, вот такой вот небольшой очень отдельный сообщество. Отдельный островок. Да, отдельный островок. Отдельный островок, где пытаются воспроизводить, да, этот опыт обращения к нормальности. Ну, и там медикаментозно или еще разными другими практиками вас пытаются так выправить. Ну, и постепенно мы видим, как эта практика начала распространяться и на то самое большинство, о котором ты говоришь, да? Ну, то есть мы сейчас думаем о том, что есть кто-то более нормальный, да, а кто-то менее нормальный.
Вот тот, кто, как я, например, балансирует между этой антропологической бездной, да, и привычной академической нормой, вот он как раз прицельный, в прицельном внимании, да, разного рода инстанций и всего прочего. Ну, тебя понять можно. У тебя отдельный вид искусства. Работа такая, да, профдеформация. Отдельная своя профдеформация, как, собственно, и у каждого из нас, кто в свою профессию влюблен и копает ее бесконечно и очень долго. Давай посмотрим, что нам еще пишут. Как прекрасно слушать умных и таких красивых девушек. Тебе приятно, Кать? Конечно, мне приятно. А мне так как приятно, у меня просто вот сейчас... Я вот думаю, правда, какой комплимент мне попал в сердечко, умных или красивых? Мне попал умных в первую очередь. Умных, да? Красивых, красота — это же не вечно, и понятие красоты, оно же относительно, как и понятие нормальности, не находишь? Красота каждого своя. Угу. На каждый товар свой купец и другие поговорки. Но вот хорошо, что мы попали, да, в ту аудиторию, где все схлопнулось воедино. Да? Мы и красивые, и умные, прям по душе. Мы очень рады. Это очень приятно. Большое вам спасибо. Да. Возраст детей иногда диктует норму. Кто-то пишет нам на вот наше с тобой рассуждение. Угу. А вот тут, ну, да, тут безусловно. Норма, смотря о чем мы говорим сейчас. Возраст детей диктует норму в чем? В развитии, в весовой категории, в чем? Вот мне бы хотелось пояснений, как человеку, который тоже профдеформирован. Я думаю, может быть, здесь вообще про фертильность как норму. То есть, ну, вот об этом? Вполне возможно. Ну, тут, да, то есть у нас такая развилка интерпретации. Вы нам, если что, проясните, не стесняйтесь. Мы готовы читать даже огромные ваши сообщения, потому что точно знаем, что они... придутся по вкусу, я готова к ночным дискуссиям. Так, давайте тогда продолжать. Мы вот с вами определились, да, что где-то вот с точки, примерно начиная с 17 века, происходит изоляция вот этих самых ненормальных. И по этому принципу начинают выделять нормальность и в отношении другого рода, да, людей и другого рода практик. Ну, например, мы сразу представляем школу классическую. Mm-hmm. Вот школа — это амбассадор нормальности. Мы прям понимаем, какими нужно быть, когда приходим в первый класс. Да? Там вас быстренько ловят и говорят, вот это уже не подходит для поведения взрослого, серьезного человека. А вот здесь вот вы можете еще что-то оставить, что-то пошалить. Я помню, что у меня как раз вот эти отношения с телом и представлением о теле как объекте начались в тот момент, когда в первом классе меня учительница заставила переучиваться держать ручку. Представляешь? Меня тоже пытались заставить переучиться. Ты тоже левша? Нет, я не левша, я просто на другой палец. А, ну а, да, я вот левша от рождения. Ой, я представляю, там, наверное, градус был еще пожестче, да, давление. Понимаешь, там была вообще такая непонятная история. То есть, ну все, вот это вот поговорки, скороговорки, ручку я вот так держу, все кладут ручку в правую руку, и просто ко мне учительница всегда молча подходила и перекладывала в правую. То есть я беру в левую, она мне перекладывает в правую. А спросить у ребенка, а тебе так удобно? Ну можно же хотя бы задать такой вопрос, что плохого в левшах? Как раз... Мы такие же люди. Да, да, да. Это сейчас мы говорим, да, мы такие же люди, а тогда казалось, что отношения с телом должны быть очень конкретные, да. То есть, когда тело помещается в определенные отношения, значит, мы видим, что, допустим, спину мы держим прямо, ручку держим на определенном пальце в определенной руке. И вот так вот постепенно накапливаются вот эти телесные практики власти, которые заставляют наше тело полностью измениться. Угу. И сейчас, если мы, например, сутулимся, и нас обязательно кто-то поправит. Стукнет, да, по спине, кто-то стукнет. Да. Вот я хотела сразу такую агрессивную, да, задать это вот риторику. Прям вот действительно. Так вот и есть. Кто-то стучит прям по спине, нарушая вот это личное пространство и удобство моей спины колесом. А зачем? Ну вот зачем? Для того, чтобы привести нас для того, чтобы я была нормальной. Да, такой капиталистический вид, да, готовый для работы. И вот со временем мы видим, что все больше и больше разных институтов становятся институтами, занимающимися нашим телом. То есть это и тюрьма, это и школа, это и больницы, это и даже, да, религиозные заведения, где вроде как можно расслабиться, а нет, тело тоже должно принимать определенную форму. Ну, например, мы должны встать на колени, да, или сделать какой-то поясной поклон, в зависимости от ситуации. То есть каждый момент времени наше тело как будто бы изменяют, да, заставляют нас чувствовать то, что тело — это инструмент. Оно как будто от нас отчуждено. Ну, то есть вот ты себя сейчас чувствуешь в своем теле? Я себя чувствую очень хорошо в своем теле. Ты даже не представляешь, насколько. Насколько я вот приучилась, наоборот, себя любить, принимать и относиться к себе с должным прям уважением. То есть...
Наверное, в этом и есть главная задача – любить свое тело, ухаживать за ним. Возвращаться, да. Сначала вернуться, потом решить, что есть такое навязанное, что напускное, а что реальное. И да. Вот мне кажется, здесь показательно, знаешь, танец Джокера в новом фильме, когда вот он идет и пританцовывает по лестнице. Видела? Да, конечно. Завораживающий момент. Же. Я тоже так думаю. Вот я думаю, все согласятся с нами, что это такой момент, как будто не только чувствуется вот эта антропологическая бездна, видно, что он безумный, он вообще абсолютно себя не контролирует. Ненормальный. Да, и это такая свобода движений. А тело проявляется и выходит в ту сторону, в какую он хочет, да, а не в какое решает непосредственно сам носитель этого тела или какие-то непонятные практики вроде религиозных, политических, социальных или образовательных. Слушай, я хочу тебя немножко прервать, опять вот почитать Давай, хвалу что нам например. Написали? Вот смотри, пишут. Что это? Что происходит? Москва, время 10:30, две прекрасные женщины и душой, и телом, и знак вопроса. Как мы с тобой расценим, Катя, это сообщение? Как комплимент? Безусловно, безусловно. То есть представляешь... Как риторический вопрос, который не требует ответа. Конечно, конечно. Скорее мы должны сказать, да, ткань повседневности разорвана. И вот сейчас перед вами такие две нимфы, которые разговаривают на интересные философские темы, заглядывают немножечко за границу этой самой повседневности и привычного распорядка. Поэтому обязательно слушайте нас в понедельник, в среду и пятницу, каждую неделю. И вот каждый вечер с вами будет какая-то вот такая, знаете, интересная новая философская тема, связанная с современностью. По этому поводу. Так, смотри, еще нам пишут. Я думаю, что если бы хирургическое вмешательство было бы очень просто, дешево и обратимо, то никто бы от этого не отказался. У меня сразу возникает такой вопрос. Просто и дешево. А разве может быть хорошо то, что просто? Или то, что дешево? Может. Но если это касается собственного здоровья и тела, нет, не может. Как думаешь? Я тут даже на обратимости зависла, понимаешь? На, я уже даже не о качестве, я вот прям на сладкое, понимаешь, да. Оставила. Про обратимость там уже накопилось все. А зачем обращать то, на что когда-то было принято решение, например? Угу. Ну, такие, на самом деле, очень сложные вопросы, связанные уже, да, там, с развитием практик тела. То есть мы как будто бежим вперед, такие, так, а что если с пластической хирургией, а если она обратима, а если она будет супербюджетна и доступна, а если? И мне кажется, мы никак не можем понять вот этой самой сути, связанной с тем, что не только пластическая хирургия меняет наше тело полностью. Представляете, мы так далеко отошли от вот этого исходника, который нам был дан, и мы так сильно это тело погрузили в социальное тело, что теперь наше тело, оно как будто бы бежит впереди нас, оно нас полностью представляет, нашу идентичность. Ну вот представьте, вы видите меня на улице, да, вы сразу окидываете меня, например, взглядом и делаете определенные свои выводы. Свои какие-то выводы. Конечно. Да. Ну, такие, ну, мне кажется, они очень личные, безусловно, от бэкграунда дело отталкивающиеся. Вкусовщины. Да, но тем не менее, вы можете определить, к какому классу я принадлежу, там, какой у меня возраст, например, даже образование предположить, потому что вот в этом платье я часто слышу упреки в сторону своего фундаментального гуманитарного образования. Почему по мне так отличное платье? Слушай, мне говорят, что не подходит для философа, что я должна мне кажется, быть подходит, в тоге а ты никому не или в бочке. А ты никому не должна, ты должна только своему телу, себе, своему сознанию, своим предпочтениям, и самое главное, что быть счастливым. Если ты счастлива в этом платье, почему нет? Я должна быть не только счастлива, я должна представлять какую-то социальную группу, потому что я же не я, я, например, философ, я настолько застряла в этой социальной роли, но не только я, конечно, мы все связаны с ней, и поэтому нас идентифицируют благодаря вот этим вот телесным практикам, понимаете, и нашему внешнему виду. Я предлагаю нам с тобой сейчас за эфиром немного поговорить и прерваться на небольшую паузу. О, я забыла, что снимаешь наушники. Снимаю ушки, да, давай поговорим с Ютубом. Здравствуйте, а где наш Ютуб? А ты маши в любые камеры, которые видишь здесь, везде, везде маши, они нас видят. Мы свободны от оков. Сутулая спина и плохая осанка, осанка впоследствии приводит к большим проблемам с телом. Сколиоз, защемление нерва, нарушение работы внутренних органов. Алексей Ветров нам написал. Угу. Алексей возвращает нас в медицинский дискурс и говорит, что наше тело должно быть функционально, оно должно
работать определенным образом. Это, кстати, тоже продукт вот этого переворота, да, западной цивилизации, которая изменила отношение к телу, сделала тело непосредственно носителем нашего великого мозга, да, там, главной частью, которая представляет наше сознание. А если посмотреть на тело с других ракурсов, то там как раз не возникает этого запроса на функциональность так явно. Конечно. Вот это интересный, да, вопрос. Но мы спину держим ради вас, я прям выпрямилась, напряглась. Я опираюсь на спинку кресла, чтобы она меня поддерживала, поэтому я тоже в порядке. А, блин, вот вы знаете, я ощущаю себя в эфире с вами, а это потому, что у нас атмосфера хорошая. Конечно. Теплая. 5D погружение, вы нас видите, мы шлем вам воздушные поцелуйчики с разных ракурсов. Показываем сердечки. Да, то есть наши тела сплелись воедино. Мне кажется, это замечательный эффект от такого интеллектуального перформанса. Как кто-то и хотели. Пишет, я даже в Тиндере или в Тендере. Что такое? Я думаю, в Тиндере. Я думаю, в Тиндере. Все-таки тоже написано в Тендере, но я думаю, это про Тиндер речь. Я даже в Тиндере писала, не рисую брови, не леплю ресницы, не накачиваю губы. Я думаю, что это натуральная аудитория тех, кто не задумывается о начинке. Или аудитория тех, кто все-таки предполагает, что тело не должно подвергаться никаким модификациям. И вот эти градации, смотри, они уже разные. Нам пишут, очень интересно. Ага. Это, я так думаю, камешек в мой большой огород. Покраска Давай. Волос, ведь это изменение тела, только это просто и обратимо. И поэтому так часто делают. Не понравилось, вернулись обратно. Я к покраске волос шла очень долго. Именно вот к белому цвету, чтобы в нем остаться на много-много лет. Но мне кажется, это же все равно какой-то маркер, да? То есть мы что-то этим хотим сказать. То есть что мы хотим сказать этими белыми волосами? Или в принципе изменением цвета? То есть какой месседж общественный? Вау, все сломаю. Какой общественный месседж мы закладываем вот в это дело? Слушай, вот ты какой закладывал? Я не закладывала никакого общественного месседжа. У меня вот есть именно свое понимание. Вот я вот так просыпаюсь... Хочу быть белой. Все. Все. И ничего. И никаких. Вот никакой вот этой нет внутренней точки опоры. У меня, знаешь, очень часто бывали такие моменты, когда люди там спрашивали, мне что ты этим хотела сказать? Что ты этим хотела сказать? Я никому ничего не хотела сказать. Я так просто захотела, и все. Так тоже бывает. Ну, вот философы говорят, какой-то... что это что-то подготовило тебя, что-то выявило, то есть вот эта вот огромная традиция мировоззренческая. А психология говорит о другом, да? Она говорит о том, что если появляется желание, то ты его осуществляешь, просто вот. Не рефлексируя, да? Не ища социальный контур. Ни в коем случае, да, и не ища никакого вот этого, вот, слушай, это вот философия и психология, это отличный стык сейчас. Да, но это. Не находишь, да, что у нас такое рождается? Да, на развилочка, да, согласна. Кому-то мы можем отпустить грехи по-философски. А кого-то по-психологически выслушать и сказать, что мы все разрешаем, ничего не должны. Все разрешаем. Никаких смыслов. Хочешь, сделай. Можешь. Еще лучше. Ну, я думаю, истина, она где-нибудь посередине, и мы сможем интегрировать, да, вот наши Конечно, все дискурсы мы... и найти. Слушай, подходы, в этом даже будет голосам. Наша цель. Может, мы в науку изобретем? Новую. Не, я у нас. Венера в мехах. Мы вернулись-то, собственно, после рекламы. Катерина Гресь, Даша Решетникова, Венера в мехах. Третья. Мы обсуждали в кулуарах сейчас такие пикантные вопросы, связанные с изменением тела, и говорили, допустим, допустимо красить волосы или недопустимо. Это был первый вопрос. А второй был связан с некой такой теоретической развилкой. Ну, то есть философы бы сказали, что когда вы красите волосы не только в белый, например, как мы, а если вы, в принципе, какие-то модификации с волосами выполняете, то вы наверняка чувствуете, да, некую такую социальную штуку, социальное давление. Ну, то есть откуда-то это, да, было выведено. То есть хотите вы этим что-то сказать. А вот Дарья говорит, что психология освобождает. Да, да, так говорят философы. Так говорят философы. И вот Катя у меня спрашивает, говорит, что какой ты месседж хотела-то донести, когда в белый покрасилась. Я говорю, никакого месседжа не несла. Проснулась, поняла, хочу, сделала. И почувствовала себя счастливой после принятого с собой решения. То есть не отказываю себе в желаниях таких, которые...
знаешь, все желания можно осуществить. Самое главное, чтобы они не вредили другим и не делали кого-то другого несчастным. То есть моя покраска волос в белый не сделала никого грустным и унылым. Она сделала меня счастливым, значит, одним человеком счастливым на земле больше, и все здорово. И вот мы сейчас с Катей ищем баланс вот такой вот, да? Отпускаем где она, вам грехи, где она, да, правда? Подожди, возможное. Хорошо. А если философия несет месседж, то ты какой месседж несла вот белыми волосами? Может, я найду точку? Я думаю, что вот здесь тоже надо как-то отмотать назад и сказать, что в принципе, какие мессенджи несет наше тело. То есть и почему современные политические системы пытаются как-то это тело захватить, ухватить и подчинить определенного рода практикам. И вот давайте сейчас в эту сторону, а потом на самом, да, таком закате нашей передачи я выдам страшную тайну, почему я покрасилась в белый и что это был за мессендж. Пам-пара-пара-пара-парам, я жду. Признание, я готова рассказать. Во-первых, я готова сказать, что я не натуральная блондинка, уже звучит как-то так выбивающе из колеи. А второе, я расскажу, почему. Я почти натуральная. Слушай, нам тут продолжают писать. Ага. Леопард и декольте, качели. Мы вызываем у людей эмоциональные качели. Мне кажется, да, мы вводим их в такую турбулентность интеллектуальную, непонятно. Когнитивный диссонанс такой идет, да? Так, блин, так сложно все написать. Вот можно было бы вам позвонить. А мы не разговариваем после 10. Нет, мы хорошие девочки. Да. Звонки гостей мы не принимаем. Только те, кто уже зафиксировались в этой студии. Слушай, нам вот пришло еще какое-то сообщение. Давай попробуем на него ответить. У меня есть вопрос про грани возможностей своего тела, которые переходят в цыганские танцы. Цыганские танцы в кавычках. Это нарциссизм, если не видеть границ получаемого. Цыганские танцы — это какое-то устойчивое выражение. Цыганские танцы, да, я тоже вот сейчас сижу, и у меня... Нам нужна помощь терминологическая. Да. Ну, слушай, наверное, если в кавычках, то, наверное, я думаю, что это, да, что-то вот из устойчивых выражений. Цыганские танцы. Угу. Тут вот мы обе зависли. То есть две наши степени не могут выдать готовый ответ на этот вопрос. Проясните, и мы с удовольствием постараемся развернуть эту беседу. Да, в нужную сторону. Угу. Так, ну давайте я вас огорошу. Вот я уже, да, как философ, рассказываю о том, что любое телесное изменение что-либо постулирует. Да, там вы, например, решаете стоять в планке с утра 9 минут, значит, говорите обществу: я могу держать себя в руках, или там: я ценю свое тело, я хочу укрепить кор, я делаю то-то, то-то, то-то. Ну, то есть здесь может быть очень разнообразные интеллектуальные коннотации, но есть еще одна интересная деталь о том, что все-таки современные государства все больше и больше, уходя из разных сфер общественной жизни, проникают именно вот в одну ключевую для себя сферу, сферу телесного. Mm-hmm. То есть где-то в веке 18-19 случился некий биополитический переворот. То есть государство в целом осознало, что главным его ресурсом является не какая-нибудь там территория, а его население, любимое и прекрасное. И значит, жизнь и здоровье людей теперь попадает в фокус государственного внимания. Да? Ну, то есть власть занимается именно нашим телом. Если когда-то старым правилом власти была идея позволить жить или заставить mm-hmm. умереть, и тут мы сразу вспоминаем вот эту практику массовой казни, такой публичной, открытой, то сейчас появилось новое правило – заставить жить или позволить умереть. И здесь мы видим метаморфозы, например, в вопросах лишения себя жизни. Ну, то есть как может ли человек, точнее, отказаться от вот этого вот божественного дара, ну, например, через медицинское вмешательство, ну, как практики эвтаназии. Угу. И вот мы видим, как только появляются эти запреты, когда наше тело, оно как будто бы погружается вот в эти бесконечные практики, то теперь у нас происходит вот то самое отчуждение. И сразу у нас появляются новые аппараты такой безопасности. Это контроль рождаемости, политика в отношении абортов, и вакцины, и санитарно-гигиенические практики, и советы, сколько, когда нужно пить воды, как заниматься спортом, правильно держать спину и прочее, прочее, прочее. То есть вы не представляете, насколько ваше тело вам больше не принадлежит. Теперь оно принадлежит власти и разным институтам, от школы до армии. Слушай, тут очень-очень интересное сообщение пришло больше для тебя. Это угу. у вас, женщин, многое спонтанно и может быть без месседжа, как у Даши. А вот Катерина, возможно, лучше понимает мужское мышление. Кать, ты как? С мужским мышлением. Ну, я думаю, что философское, как бы не прискорбно звучало,
это, наверное, эквивалент мужского, да, в этом контексте. Где кругом видится и продуцируются всякие месседжи. Например, я сам в молодости несколько раз красил волосы, чтобы как бы показать свою свободу, хотя на меня порой косились как на человека нетрадиционной ориентации и т.п. А я натурал, но типа протестный такой. Вот пишет нам человек. Угу. Ну, то есть как раз действительно здесь говорится о том, что любая модификация телесная — это манифест. Слушайте, то есть я что-то а хочу вот просто, этим сказать. А я сразу хочу сказать молодому человеку. Дело не в мужском и женском мышлении. Вот у Кати тоже есть месседж, но она, тем не менее, женщина. У мужчин тоже бывают спонтанные решения. Это, опять же, к психологии. Ну, то есть давайте выйдем вообще за границы гендера, но я думаю, что действительно все-таки как-то чуть глубже копать в любую телесную практику нужно. Нужно понимать, как наше тело вообще функционирует, как оно строится и работает. Здесь и вот согласна. Тогда внутренняя свобода начнется. Это, знаешь, как в детстве, когда вот тебе говорят, садись, ешь суп, и ты обязан съесть его, а ты не хочешь его есть. Вот ну не хочешь, а ничего сделать не можешь, потому что ты еще маленький, приходится есть. А во взрослой жизни-то уже то, что ты сам выбираешь, что ты хочешь, что ты не хочешь. Ну и вот эта практика, это что-то нужно, а да, что-то не нужно, она пролонгирована. Как ты похвалишь свое тело, чем ты его наградишь, чем ты его порадуешь. То есть Дарья нас всех призывает освободить тело от вот этой... идеи нормирования бесконечного. Я гедонист такой, вот знаешь, вот в высшей, наверное, мере. Да, Дарья последний гедонист, потому что если верить философии, то все-таки наш такой западный с вами дискурс, он не гедонистический. Мы говорим о теле с позиции рождаемости, мы говорим о теле с позиции медицины. Для нас тело — это просто какой-то такой инструмент. Тело не для удовольствий. И вот мне кажется, отсюда, кстати, и растут корни нашего неумения пользоваться телом для самого себя. Ну, то есть заставить тело действительно приносить нам огромную радость, а не принимать те нужные, да, там, или ненужные формы, которые существуют в обществе. Нам тут предложение поступило. Какое? Девушки, просто подеритесь под душем. Вы ведь прекрасны. Тут как раз фантазия такая, да? Объективируют нас немножечко, оставляют только тело, а умище-то куда спрячешь? Под душем его видно будет? А под душем мы, наверное, будем говорить о чем-то еще просто, а не драться. Зачем? Зачем это? Ну, если вы хотите каких-то перформансов, мы обязательно подумаем об этом, но в следующей передаче как-нибудь устроим, да. Пока берем только интеллектуальные бастионы. Так, у нас есть еще, да, сообщение? Так, где-то... Нет, потеряли где-то, да. Ага. Да. Ну вот хочется спросить, кстати, наших слушателей, а все-таки насколько они себя чувствуют раскрепощенными, насколько для них тело — это источник наслаждения? Потому что наша культура — это культура без наслаждения. Мы за все эти столетия так и не создали какой-нибудь эквивалент Камасутры, такой западноевропейский. То есть для нас тело — это что-то, что должно приносить определенную пользу. Не пытаемся мы его как-то поэтизировать, не пытаемся мы его обыграть интересными практиками, да, выходящими за границы каких-то таких классических положений. То есть дело-то не в позах, а дело в чем-то другом, да, более важном. Смотри, сообщение нашла. Uh-huh. Сейчас в России активно развивается, могу неправильно прочесть слово, embodiment. Embodiment? Как правильно сказать, Кать? Ну вот не знаю, я не знаю, куда ударение поставить. Это как раз о том, что сегодня мы... Давай не будем больше никогда говорить, кто мы. Да, не будем козырять, просто думать, какие-то смешные девчонки. А не надо, да. Что-то наскребли интеллектуальное, как в классе коррекции, супер, да. Окей, известный поисковик, да, и все, и нашли. Это как раз о том, что вы обсуждаете, говорят нам. Я как раз эмбодимент-специалист, одна из сотни с небольшим. Ирина из Москвы пишет нам. Ирин, поясните нам, пожалуйста, вот такой вот с циферкой 1 сверху, как в книгах, чтобы мы сноску, ссылку, чтобы мы поняли, что это. Мы будем благодарны. Плюс 7-903-797-6333 — это номер нашего WhatsApp. Если вдруг хотите задать нам любые интересующие вас вопросы, мы ждем. Всех специалистов по телесности мы сейчас притягиваем для такой вот конструктивной беседы, для большой дискуссии о теле. Потому что мне кажется, что вот если выводить эту дискуссию еще в сторону сексуальности, то здесь тоже чувствуется одна и та же идея. Да? Наше тело пытаются нормировать, наше тело пытаются сделать каким-то понятным, нормальным, девиация — это плохо, мы должны как-то ее искоренить. Но еще нас теперь пытаются свести просто к какому-то конкретному телу, особенно в вопросах сексуального. Mm-hmm. Ну, то есть
есть теперь индивид сводится как раз к идее своей, например, ориентации. Да? Мы очень четко разделяем людей на два таких больших полюса, и вот внутри этого разделения у нас появляется, да, новая система управления и система надзора. И получается, вся ваша индивидуальность, она теперь просто упирается в выбор сексуального партнера, что тоже является, по мнению, например, Мишеля Фуко, практикой власти. Да? Ну, то есть мы опять с вами повязаны, и дело теперь не только в масках, которые защищают нас от коронавируса, но и в том, что наше тело — это теперь не наше дело, а дело специальных служб и структур, от медицинских до политических. Как Даша, напугала это... тебя? Не напугала, заставила задуматься. Не хочу, чтобы мое тело принадлежало кому-то без моего согласия и моего решения, понимаешь? Ну, все уже свершилось, эти микропрактики, они повсюду. И вот мы с вами носим фитнес-браслеты, считаем количество шагов, которые мы прошли. Я ношу браслет из аквамарина. А, ну вот смотри, ты выбралась, вышла из матрицы, слава богу, отключили. Вот сейчас перестанешь делать планку, и тогда мы уже поговорим о телесной свободе. С завтрашнего дня начинаю есть шоколад по утрам, и больше никаких планок. Действительно, ну вот подумайте о своем теле как-то чуть глубже, чуть более философском ключе. Вот я даже представляю, что мужские и женские тела, они очень четко делятся по вот этой градации. Например, женское тело для себя и женское тело для социума. Я сразу вспоминаю Бриджит Джонс, вот когда там в первых кадрах она предстает перед нами как женщина в таких удобных когда трусах, когда она надела пижаме. Трусы, да, вот эти да, вот... Да, да. Безразмерные. Вот. Ну, то есть тело для себя — это тело, которое находится в более комфортной обстановке. А ты делала обстановке. Так хоть раз? Надевала ли я утягивающие трусы? Ну вот, нет, не утягивающие, зачем? А, такие я думаю, сразу вот, чтобы не случилось, чтобы ночи любви не случилось, чтобы, знаешь, как стоп себе был. Или депиляцию, допустим, не сделала. Вот, знаешь, ой, как у девушек есть такое, типа, я сегодня не буду брить ноги, чтобы не дать. Барьер, да, он такой противоупыренный круг, да, да, защита да, вот моего тела. Ограничение самой себя от своих желаний, потому что что? Потому что для общества это правильно, допустим, чтобы в первый вечер ничего не было. Поэтому я не побрею ноги, потому что так-то я слаба. Нет, нет, я убежденный фукианец. Я уже давно сломала все эти барьеры, и поэтому у меня нет каких-то некрасивых трусов, нет неудачных дней с точки зрения эпиляции. И, в принципе, я всегда ко всему готова, да, готова к любому интересному новому опыту. А, кстати, тело для социума, как оно выглядит? Вот у Бриджит Джонс, мне кажется, квинтэссенция этого, это когда она предстает в костюме зайчика на вечеринке Playboy. Вот она тогда прям... Женщина для социума. Красивая, интересная, накрашенная, волосы зачесаны как надо, ноги длинные. И вот в рамках этого противопоставления очень четко чувствуется, да, как выстраивается эта система нормальности. Очень многие говорят, что тело действует только на женское. Да? Вот женское тело постоянно подвергается каким-то модификациям и давлению со стороны общества, чтобы эти модификации производились. Ну, то есть, там говорят, нужно обязательно избавляться от волос в ненужных местах. Да? Оставляем только на голове. Только в нужных. Да, только в нужных и побольше. Там, что еще с бровями? И нарастите туда, если вдруг можно, мало. Да. Потому что мужчины что? Мужчины любят длинные волосы. Нарастите обязательно. Волосы должны быть длинными. Я часто получала такие вот всякие разные комментарии. Пожелания, да, такие да, очень нежные, да, что... подталкивающие но к модернизации. Но не от мужчин, слава богу. Мужчины все у меня всегда были хорошие люди, прекрасные есть. Скорее, это было больше, знаешь, от тех людей, кто занимается волосами. Угу. Ну, то есть прям специалисты. Может, поднарастим, вот тебе очень пойдут длинные до поясницы, там, до ягодиц очень пойдут. Капиталистическая сансара, просто все в этом кругу постоянно вертимся. Но мужские тела тоже подвергаются давлению. То есть вроде нам кажется, что мужчины свободней в проявлениях телесности, но это не так. Есть даже классическое разделение на мужские тела, которые заняты интеллектуальным трудом, и мужские тела, которые заняты физическим трудом. И вот эти вот синие воротнички, они должны быть такие, знаете, с гипертрофированной мускулатурой, и подчеркнуто брутальные, а те, кто работают в сфере интеллектуальных, давайте так условно назовем, позиций, они должны обязательно свое тело вот в духе, мне кажется, американского психопата, да, пестовать. Смотри, перед тем, как уйти на перерыв, я хочу прочитать сообщение, на которое мне хочется ответить. Девушки, вы очень красивые, а считаете ли вы сами себя красивыми? Кать, ты как? Не оцениваю себя в этих категориях. Я постмодернист, там красиво нет. Я считаю, что а я вот затейливая. Тобой, а вот здесь мы с тобой полностью совпали. Отлично. Абсолютно, тогда... абсолютно. Мне даже добавить нечего. Тогда салютую вам, как постмодернисты, и лучше присылайте нам какие-то витиеватые, такие затейливые комментарии в адрес нашей внешности. Да.
Блин, вообще не вижу, как время летит. У нас за 10 минут, да, перерыв? Да. За 10 минут до конца. Всё. У нас очень быстро пролетает время. Да. А это почему? Потому что мы трепимся. Потому что мы трепимся, потому что нас не закроешь, потому что у нас интеллектуальный разговор. Интеллектуальный разговор нам бы, вот если бы сказали, девочки, до 6 утра можно сидеть, мне кажется, мы бы вот так и сидели, и сидели. Люди бы, да, наливали бокальчик какой-нибудь интересный, ехали в машине, рожали детей, а мы все время в этой студии разговариваем о высоком. Так, я надеюсь, наши зрители еще не утомились, потому что я так пугаю. Слушай, наши зрители, мне кажется, от нас в восторге, а я от них. Нам столько всякого добра пишут. Преимущество, когда красивая девушка не считает себя некрасивой. Не считает себя некрасивой. Ого, какие красивые, умные философы в студии. Я не философ, дорогие мои. Философ у нас только Катя, я психолог. Вам третий нужен? Была бы прям густота. Ждала. Так уже бы был не третий тогда, мой дорогой. Ждала сообщений, когда же можно увеличивать вот этот набор людей в студии. Нет, у нас все стабильно. Нет, мы работаем вдвоем. У нас парочка вот такая вот болтушек. Даже все ваши реакции у вас на лице, и это чудесно. Вот я, кстати, пришлю очень смешное видео, покажу потом. Про твою реакцию. Нет, я как будто что-то увидела. Тут у нас была программа In Between Music Show от Саши Лайфа перед тобой. И тоже шла YouTube-трансляция. И наш СММ-специалист сняла видео, как я смотрю куда-то. Непонятно, как и что я вижу. Это очень смешно. Я очень смеялась. Так. Ну вот смотри, нам, кстати, прислали комментарий профессиональный, такой экспертный. Сказали, что же такое эмбодимент. Супер, кстати, спасибо за ударение. Большое. Да. Давай мы это для эфира оставим. Оставим. Мы это в эфире говорили, это а вот тебе интересно. Тут вопрос Ютуба. Катерина, а что значит фокеанец? Google фукеанец. Не дал ответа на этот вопрос. Ну, потому что он не факи, да? Да, фуки. Не факеанец, фукеанец. Это значит последователь Фуко. То есть Фуко. Я такой вот старый постструктуралист. Верю в то, что мы все живем в паноптикуме, за нами наблюдают, и все, включая наше тело, принадлежит практикам власти. Когда ездила в Калининград в отпуск, сделала селфи с Кантом специально для тебя. У могилки? Могилку сфотала отдельно. Надо приложиться. Это как могилку мощи сфотала отдельно, а там есть просто действительно такая функция, как электронный экран, и ты подходишь, и с тобой разговаривает Эммануил и говорит: приветствую тебя в Калининграде, сделаем селфи. И я, конечно же, сделала с ним селфи. Ой, Эммануил он, так правда, любил тусовочки. На кого? На Эммануила Канта, на самого, каким он был. Каким мы его запомнили каким по портретам. Его, да. Он был юный, хорош собой, в принципе, бывали периоды. Да. Так, еще рано надевать? Согласна. Если кто будет в Калининграде, обязательно вот возьмите, да, себя в руки, прикоснитесь к могиле Канта и постарайтесь почитать его биографию, посмотреть, как он ходил, да, вокруг этого Кёнигсберга, да, как это по нему прекрасно. Сверяли часы. Удивительного масштаба интеллектуал-то. И человек, который свое тело и свой разум всячески вписывал, да, вот в эти определенные телесные практики. Ну, то есть, мне кажется, да. Это очень круто. Да. А есть, наоборот, такие, как Фуко, которые треповали в долине смерти, принимая разного рода вещества. Человек себе пишет: напишу это на футболке. Фукеанец. Фукеанец. Главное, не фукеанец. А я напишу это на футболке, чтобы мы когда увидели друг друга сразу. Чтобы мы как бы нашли друг друга где-то. Да. Я думаю, центр притяжения будет посередине. Как там у нас еще дела на Ютубе? Возникли дополнительные вопросы и комментарии? Пока нет, пока вот все из... Вот пока раньше работаем, бритвы, да? Не было, кто-то нам пишет. Ну что ж. Был сахар и деревянный... Мы возвращаемся. Да. Ребят, смотрите, у нас комментарий от эксперта. Эмбодимент — это всетелесность, втелесность о том, как мы проживаем через тело, как быть в контакте с собой и как телесные паттерны влияют на наше состояние и многое-многое другое. Вот Ирина из Москвы как раз нас погружает в новую парадигму телесности и говорит, что мы постепенно устраняем вот эту разобщенность нашу с телом, мы пытаемся вернуть, присвоить себе то, что было отнято, и уже через этот новый контакт с собой, я так полагаю, выстраиваем
новой системы поведения, да? Супер, мне очень нравится. Ирин, готова к вам на прием записаться. Не знаю, как эта практика выглядит, но я думаю, что очень интересно и пикантно. А с моим философским бэкграундом мы вам все там еще и концептуализируем. Так, смотри, у нас есть еще... Так, ой, опять хвала к нам пришла. Катя, Греся, Даша Решетникова, замечательные. Спасибо, Александр. Александр, и вам спасибо. Катя, смотри, у нас на самом деле остается 4 минуты до конца эфира. Угу. К сожалению, для меня, по крайней мере, я не хочу вот этот вот наш диалог вот брать и прекращать. Тогда, значит... Чтобы мы с вами, да, вышли на какую-то понятную траекторию, очень оптимистичную, потому что, мне кажется, для среды это важно, давайте поговорим чуть-чуть о демократии тела. Вот как раз нам Ирина из Москвы рассказала, что мы возвращаемся постепенно в тело, и есть даже специалисты, которые создают нам дорожку для этого процесса. И действительно, все-таки мир здесь и сейчас — это мир, связанный с идеей демократии тела. То есть когда нам говорят о том, что наша телесность, она состоит не из каких-то конкретных вводных, как правильно держать спину или что относится к мужскому, а что к женскому, допустим. А это скорее о фрагментах нашего опыта. То есть мы пересобираем наши тела и отказываемся от предопределенности. Ну, нет такого представления, да, там, анатомического, социального, биологического, каким должно быть тело. И наше тело может быть каким угодно. Ну, и здесь, конечно, безусловно, простор для разного рода трансформаций, да, включая переходы между полами. Вот это будет один из разговоров наших следующих. Насколько вы думаете, это допустимо с этической, да, не знаю, эстетической, метафизической стороны? Мы обязательно постараемся вас погрузить в новые современные практики тела. Я буду с нетерпением этого всего ждать, потому что мы встречаемся в пятницу, да, насколько я помню? В пятницу. Именно, да, в пятницу. В 22 часа. По московскому времени, и до 23 часов будем вести умные диалоги. Вот, слушай, нас спросили, считаем ли мы себя красивыми, мы ответили на этот вопрос. А считаем ли мы себя умными? Как Катя? Уважающие себя постмодернисты, мы вообще не мыслим в рамках таких оппозиций, глупый и умный. Я думаю, что мы — это наборы, да, разного рода вот этих предикатов, которые составляют нашу идентичность. Я себя всегда определяю как затейница. Вот мне кажется, это максимально емкий для меня термин. Там и какие-то забавы интеллектуальные, там и дополнительные практики тела, и то, как это тело выглядит, и все как снежный ком, такое вот формирующее мою личность. Ну вот у меня примерно то же самое. Я всегда говорила, я чудная девочка. Значит, девочка с чудинкой. Начудить могу все, что угодно, в любом направлении. Главное, что чтобы это доставляло удовольствие. Вот заставляем теперь делать какие-то более такие вдумчивые, интересные комплименты, но, безусловно, то, что вы нам уже написали, дико приятно. Правда, спасибо, вы тоже скрасили наш вечер и позволили беседе так интеллектуально развиваться, да, вот в эту сторону, да, в которую мы и задумывали. Да, поэтому мы желаем на сегодня всем спокойной ночи, кому-то доброго утра, может быть, нас же слушают в разных городах страны, мира, и до встречи в пятницу. Доброго вечера вам, мальчики и девочки. Ведите себя хорошо и можете сегодня не держать спину ровно. С вами была Венера в мехах.